Всех приветствую на моем канале Джебик. Сегодня у меня на обзоре Arctic Air. Многие не поняли, что это. На самом деле это обычный бюджетный кондиционер, если можно так, конечно же, сказать. В общем, это вентилятор, в который заливается в отдельное есть емкость, куда заливается холодная вода. В серединке есть такой специальный фильтр, он пропитывается этой водой, и вентилятор, получается, выдувает холодный воздух. Это очень круто. Также он с подсветкой, здесь есть 7 цветов подсветки, можно их переключить, чтобы они переливались. В общем, вот такая штука недорогая. Сейчас мы его подключим, посмотрим на комплектацию, как это работает, и посмотрим, помогает оно ли вообще. Кому понравится, пишите в комментариях, я с небольшой скидочкой вам помогу его приобрести. Подписывайтесь еще на мой канал, ну и поехали к обзору. Итак, ребят, вентилятор идет вот такой коробочке, хотя правильно сказать, кондиционер. Идет вот такой коробочке, давайте ее сразу откроем. Ну, собственно, мы видим изображение самого кондиционера. Маленькая коробочка, давайте откроем и посмотрим, что в комплекте. В комплекте в коробочке мы получаем, собственно, длинный, кстати, очень длинный кабель микро-USB на USB. То есть, показывая то, что этот кондиционер может питаться даже от обычного пауэрбанка и от сети, и от ноутбука. Можно возле ноута поставить и через USB разъем питаться. Это очень круто. Ну и, собственно, инструкция по эксплуатации данным кондиционером. Все. В пакетике нас идет сам кондиционер. В пакетике для того, чтобы не поцарапался при транспортировочке. Достаем его аккуратненько с пакетика. И, собственно, вот таким вот прикольным образом он выглядит, ребят. На передней части у нас клавиша включения-выключения, которая светится. Сейчас я вам покажу. Дальше скорость вращения вентилятора. То есть можно задать медленно, быстрее и максимально быстро. И замена подсветки. То есть разные цвета можно ставить. Здесь, вот здесь есть специальная сеточка, которая снимается. Здесь, получается, сами фильтра вот эти, которые пропитываются тот самой холодной водой, которую вы сюда заливаете. И, соответственно, можно дальше будет выдувать холодный воздух. А вот эта вот крышечка открывается, и сюда заливается емкость. Это емкость, в которую заливается холодная вода. Обязательно холодная, потому что если залить не холодную, то, естественно, он будет дуть не холодной. Итак, берем обычный адаптер, и сейчас я покажу, как это работает. Подключаем адаптер в розеточку. А, собственно, второй конец USB, кстати, здесь длинный USB, это очень круто. Вставляем, собственно, в сам кондиционер, вот сзади есть маленький выход микро-USB. Вставляем сюда кабелечек наш вот таким вот образом. Все, оно должно, в принципе, работать, ничего не работает. А почему? Потому что нужно включить клавишу. Чикс. Смотрите. И нам пошел холодный воздух. То есть, кстати, прикольно, он выглядит реально красиво. Вот нормально. То есть он недорого стоит, но вот минимализм. Здесь красивая клавиша подключения, включения светится синеньким, очень прикольно. Кстати, вот эти штучки можно направлять, по-моему, если я не ошибаюсь, как-то их... А, вот. Вот же. Здесь специальная штука, которой можно направить, собственно, вверх, прямо, вниз и так далее. Вот сейчас на меня дует просто воздух, ну, обычный воздух с вентилятора. Дальше, смотрите, я могу добавить мощности вентилятору. Он начал еще сильнее дуть. И еще добавить мощности вентилятора, он очень сильно начал дуть. Из задней части он, получается, берет воздух, сюда заходит воздух, и через переднюю часть он выдувает его на меня. Дальше можно включить подсветочку. Вот, ребят, смотрите, вот таким вот образом прикольно выглядит. И вот здесь, собственно, вот здесь у нас, получается, где вода, включается подсветка, которая меняет цвета. То есть можно поставить любую, смотрите, фиолетовый, зеленый, синий, или это был голубой, беленький, и выключить ее вообще кому как нравится. Потом, когда вы это все сделали, естественно, можно сюда залить воду. Я этого делать не буду, просто пропитываются вот эти в серединке фильтра, и тот самый вентилятор, получается, смотрите, как оно работает. Вот здесь стоят фильтра, а вот здесь заходит воздух. Фильтра пропитались холодной водой, здесь вентилятор. Он, получается, берет горячий воздух, пропускает через себя, через вот эти фильтра, пропитанные холодной водой, и вот сюда выдувает уже холодный воздух. Это реально работает, это прикольная штука. В принципе, ребята, это прикольная штука, потому что, ну, стоит недорого, и как вот для маленькой детской, например, комнаты, или где-то на кухне просто поставить, или вообще возле компьютера, например, поставить, вообще вот USB можно питаться, и будет выдувать на вас холодный воздух. Классная штука, кому понравится, в комментариях пишите, помогу вам с небольшой скидочкой его приобрести. Также подписывайтесь на мой канал, оценивайте мои ролики. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.